Шумят, гадят и мешают всем вокруг. Так местные жители отзываются о грачах, которые обустроились на территории сквера рядом с местной больницей. Здесь около 20 деревьев, и половина из них усеяна птичьими гнездами. А на днях в соцсетях появилась информация, что деревья эти вырубят в рамках санитарной очистки, а заодно избавятся от птиц. Как вам ходить вот в таком красивом месте, где грачи живут? Плохо. Почему? Ну как курточку может на голову как попасть-то? Что хочешь, может, а что сделаешь-то? Уже были случаи? Были. Думаю, что мешают. Вот больницы здесь, везде они каркают целый день. Думаю, что мешают. Спиливать надо деревья? Спиливать нет. Зачем? Надо как-то это придумать другой это способ избавления от этих птиц кричащих. А как можно их прогнать? Ну как, гнездо перенести куда-нибудь. Но для сотрудников Александровской ЦРБ известие о том, что деревья будут спиливать, стало неожиданностью. Да и грачи, говорят, в больнице никому не мешают. К тому же в мае появятся птенцы, и их губить – это жестокость. Позитивно относятся к птицам, и ну, мне, например, птицы нравятся. Я вообще природу люблю. Недавно узнала, как бы, да, то есть, опять же, из интернета, что, да, в общем-то, хотят спилить. Ну, пока не знаю, как, насколько это подтверждено, не подтверждено. Зачем деревья пилить? Ну, здесь нет сухих. Они каждый год прилетают грачи. Но они обработанные, я хочу сказать, видите, и все побелено, культурно и чистенько. То есть вы против спила? Да. Грачи здесь поселились не случайно. По словам орнитологов, эти птицы выбирают высокие деревья в тихих местах, чаще в скверах. Грачи не селятся на сухостое, а предпочитают зеленые насаждения, в листве которых можно укрыть гнезда. Поэтому, если срубать деревья в Александровском сквере, то только явно сухие, готовые вот-вот упасть. Но вообще, как бы, вопрос стоит в том, что имеет ли как бы смысл вот спиливать прям все деревья на той или иной территории. У нас, как бы, вот обрезка деревьев вообще в городах наших она как-то ведется не совсем, на мой взгляд, ну, рациональным образом. За птиц вступился и лично главврач Александровской ЦРБ. Он заверил нас, что птицам не навредят. До того, как птенцы не вылетят, ничего не будет. То есть кто-то контролирует этот вопрос? Я контролирую. Ничего никто не спилит, пока птенцы не улетят. Никто их не собирался вообще выгонять отсюда, птенцов-то, господи. Пусть гнездятся. Единственное, одни грязи, конечно, в море, но пусть живут. Птички. Санитарная очистка больничного городка, как нам пояснили в ЦРБ, начнется лишь с отмашки горадминистрации. Но пока, по словам главврача, на эти цели денег в местном бюджете нет. Татьяна Данилова, Александр Мажаров, 6 канал.